Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про підсумки роботи сесії Дніпровської міської ради. З нами депутат міської ради Олександр Копрієнко. Я вас вітаю. Доброго дня. Власне, перше питання. Останнім часом ви стаєте героєм, можна так сказати, сесії через постійні, скажімо так, суперечки з міським головою Борисом Філатовим. У чому причина? Це політичні якісь розходження по певних позиціях чи щось інше? Ну, смотрите, це не політичне, це скоріше мировоззренчевське розходження, да, тому що ну, как бы я несколько лет пытался работать в большинстве, скажем так, да, с городским головой, вот, там, с большинством, скажем так, городского совета, да, вот, но как бы тактика вот эта вот, когда изнутри ты пытаешься делать что-то хорошее, да, там, и там как-то оттягиваешь, где ты можешь какие-то или решения принимаешь, да, там, для города, да, к примеру, там, бюджет участия, прозора, которыми я занимался и занимаюсь, или еще что-либо, да, либо какие-то негативные решения попытайся отложить, да, это как бы, ну, плюс-минус рабочая история, но в ней очень тяжело находиться, потому что морально, когда ты видишь все, что происходит, а внутри ты видишь намного больше, к сожалению, знаете, я всем говорю, что я знал, что политика грязное дело, но когда я окунулся вот в мир, собственно, нашей региональной политики вот в полной мере, да, то я понял, что намного грязнее, чем оно есть на самом деле, и поэтому просто, ну, там, постепенно, особенно после того, как вот еще там с прошлого года и вот с момента президентской кампании, когда вот эти попытка наглого подкупа людей в поддержку Петра Алексеевича, которая была Борисом Филатовым там принята и большинством по поводу там 130 миллионов и все остальное, ну это уже такие края, за которые, ну, мы постепенно, скажем так, стали окончательно расходиться. Ну, хотя объективности ради мы и не были там никогда особо в близких каких-то отношениях, да, ну просто вот такая вот ситуация. Ну, власне, я знаю, після одного такого конфлікту, це буквально минула сесія, якщо я не помиляюся, була знищена літня площадка закладу харчування, засновником якого є. Чи пов'язуєте ви це, власне, з протистоянням з міським головою? І який розвиток ситуації, який розвиток подій був? Ну, во-первых, я хочу сказати, що ми, дійсно, вона була уничтожена на следующий же день після сесії, тобто в середу сесія, в четвер нас одразу как бы, приїхали Благоустрій. Да? Благоустрій, який вона займає не благоустроен в городе, а, ну, а наоборот, как бы раскручивает все. Инспекция испытаний благоустроения. Ну да, 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 КП, да. Вот, и я уверен, что это связано, очевидно, с моей позицией, потому что я тогда очень активно отстаивал то, чтобы не ликвидировать дом учителя, да, там фактически тоже единственный в зале, и вел себя достаточно активно, мне там Борис Филатов не давал слова людям, которые пришли от дома учителя, которые там находятся, родители, там, представители пенсионных организаций педагогических, которые там находились, ну, потому что уже, наверное, не находятся. Ну, в общем, да, я думаю, что это связано. Объективности ради, то, о чем я и тогда говорил, там 8 лет находилась летняя площадка только при нас. Да, когда мы начали арендовать, я не являюсь владельцем данного здания и помещения, да, мы арендаторы, долгосрочная аренда, да, но тем не менее. И тут вдруг как бы она стала как бы мешать. Да, правда, что мы потом разобрались, да, с владельцами помещения, что действительно в какой-то момент они владели этой землей, потом в какой-то момент они перестали ей владеть, и там, ну, типа, формально мы действительно должны были пройти процедуру, ну, там, тимчасовой аренды, там, длительный майданчик. Это правда, но вопрос в том, и мы ее, кстати, надо отдать должное, мы ее прошли, да, и сейчас мы этот майданчик восстановили. Все-таки давление общественности, людей, ну, Борис Филатов увидел, что это, как бы, ну, достаточно негативная история, он хотел ее показать, что он вот такой правдоруб, то всем все по закону, ну, как бы, оно как бы не получилось, люди, я видел как бы реакцию людей и в соцсетях, и везде, все поняли, что это расправа, и поэтому как бы он дал это
обещание публично, что они нам эту площадку вернут и в эфирах, как каналах, и в соцсетях. Он ее сдержал, тут надо отдать должное, ну, как бы, тут не соврал. Вот. А, поэтому, ну, то, что была использована лазейка, для меня очевидно. То есть, да, ну, и второй момент, самый важный, то, о чем, как бы, я хочу сказать, ну, там, если люди видели видео и так далее, фото, ну, понимаете, ну, то есть, это абсолютно нецивилизованные методы, которые используются в принципе. То есть, окей, там, да, нету, допустим, на что-то там, не знаю, право там собственности, это летняя площадка, там стоят эти столы, стулья и так далее. Слушайте, ну вы пишите какой-то штраф, дайте нормальную ну, там, объяснение и так далее. Да? То есть это все процедура. А приходят, ломают мою собственность, да, там забор поломали, забрали там зонты наши и так далее и тому подобное. Ну, слушайте, это не цивилизованный путь. Да? С таким путем мы никогда в Европе не окажемся. Потому что в Европе не приезжают и не заваливают все после какого-то уведомления, на котором даже подписи никто не ставил, они говорят, мы вам там дали уведомление, да, за две недели, на котором даже не стоит подписи, какой-то КП приезжает, ломает. То есть это, в принципе, ну, такие методы, они недопустимы. То есть надо все делать в цивилизованном русле. Тем более, если мы говорим, ну, это же как бы финансовые взаимоотношения. Вообще в европейских странах, во что финансовых взаимоотношений, если это не связано там с коррупцией, с отмыванием денег, вот любые, да, там, какие-то штрафы и там какие-то, не знаю, что угодно, это решается в таком же финансовом смысле. Ну, там, условно, ты там что-то нарушил, тебе выписывают штраф, потом больше штраф, да, ну, и потом, если там уже там на каком-то этапе, может быть, тебя уже могут посадить. Ну, это крайняя мера, да, или посадить, или забрать твое имущество. Ну, это вообще, как бы, имущество – это ценность, да, это самое главное, что должно быть у человека, и защита этого имущества там, после жизни, да, это вообще ключевая позиция во всех нормальных государствах. И благодаря этому они нормально развиваются. Потому что каждый человек знает, что он, занимаясь бизнесом, просто покупая квартиру, что угодно, он всегда защищен законом, это его собственность. У нас в стране этого нет. У нас они могут приехать, все поломать, забрать, какие-то фейковые решения судов, и на этом все заканчивается. Но это я сейчас не про суть, это так уже в целом говорю. Да? Я считаю, вот философия, подход, который используется, он неадекватен. Он адекватен, возможно, там, не знаю, в 90-х, может быть, он был адекватен, как-то люди еще оттуда как бы помнят те времена, и как-то вот у них это осталось в голове, я не знаю. Да? Но это точно не соответствует тем вызовам времени, которые сейчас стоят перед Украиной и перед городом, поэтому вот и все. Ну, власне, давайте подивимося на ситуацію у міській раді з іншого боку. Да. У мера Дніпра Бориса Філатова є претензії і до вас, і до вашої політичної сили, які стосуються в першу чергу того, що ви не завжди ходите на сесії, на погоджувальні ради, на постійні комісії. Чи являються ці заяви міського голови адекватними, чи відповідають вони дійсності? І дійсно, я бачив, що не завжди фракція присутня на сесії. Чому так відбувається? Да, ну смотрите, я вам хочу сказать первый момент, что работа депутата городского совета, многие не знают, она не оплачивается. То есть любой человек, он работает на каком-то своем месте. Громадская деятельность. А это у нас громадская деятельность. Это шок для многих, потому что большинство думают, что там люди работают, как бы есть какая-то зарплата, что-то какая-то вот. Нет. Это у нас остался советский закон советского времени, когда были радянские рады, когда люди на заводе приходили раз там в квартал, поднимали руки, были вот это вот депутаты от... и все. Да? И вот эта вот система, она осталась. И поэтому, к сожалению, сейчас депутат всех местных советов, вплоть до городских, областных, депутаты-миллионники, как он сейчас, у нас сейчас 65 депутатов, 15 миллиардов бюджет города, только бюджет, да, я же не говорю там о всех там регулирующих, как и так далее, то есть это, ну, это огромнейшее предприятие, да, ну, если мы берем там как бизнес, да, историю, и огромнейшее предприятие, которым нужно управлять, да. Да, там есть чиновники, которые работают, но финальное решение, ну, базовые все финальные решения принимаются, либо могут быть отменены городским советом. А люди там находятся, получается, как бы на неоплачиваемой должности и должны, ну, просто тратить на это свое время. Понятно, что ты идешь, ты это знаешь и ты это понимаешь, да, у каждого там свои какие-то истории и мотивы, но это просто к чему-то так я глобально сказал, потому что это очень важный момент. Я считаю, что нужно провести реформу местного самоуправления, сделать, опять-таки, как и в европейских странах, ну, чтобы были нормальные зарплаты у депутатов местных советов, они могли полноценно этим заниматься как профессиональной деятельностью. Да, от этого будет какой-то толк. Пока это будет волонтерство, ну, извините, это будет всегда тот трэш, в котором мы находимся все 25 лет. Но я к чему? Первое, действительно, может быть ситуация, когда человек может не прийти,
да, у него нет это, там, у него нет там вообя, ну, как бы у него есть это. Обязанность, понятное дело, да, но у него нет там какой-то там заказ. Ну, це обов'язок перед виборцями. Да, да, это в першу чергу перед виборцами. Смотрите, я посещаю практически все сессии. Действительно, я иногда могу не быть, но вы знаете, я вам советую, чтобы вы взяли статистику, сколько, на скольких сессиях не был мэр Борис Филатов. Я думаю, что, ну, я не знаю, я не считал, но я думаю, что мы с ним точно далеко друг от друга не ушли. У меня есть подозрение, что я был на большей части сессий, потому что я их практически не пропускаю за все там 4 года, крайне редко. Да? Поэтому эта претензия просто связана с тем, что Борис Альбертович хочет, чтобы на сессии никто ничего не говорил. Ну, вот нравится, что была гробовая тишина. Как у нас была вот сессия, когда мы не пришли в мае, да? Так, це минуло, здається. Позаминуло, да. Позаминуло, мы действительно не пришли. И это была самая быстрая сессия, потому что это за 10 минут все приняли, да? Там все там, сколько-то, сот там решений проекта. Вот это вот идеальная картина. Ну, то есть картина вот, там какого-то Ким Чен Ына, вот, когда то есть, все подняли руки, 10 минут, ну там, Советский Союз, и разошлись. Нет вопросов, нет, потому что все типа отработано. Так сессии для чего вообще нам нужны сессии? Они у нас для чего? Для того, чтобы там громада слышала разные позиции, разные точки зрения. Разные вопросы, потому что то, что я могу задать здесь на погоджувальной раде с закрытыми дверьми, это одна история. А то, что я могу сказать в сессии для того, чтобы это услышали граждане, то, чтобы это услышали журналисты, это услышали другие депутаты, те, кто смотрит онлайн-трансляцию, это совсем другая история. Потому что наша задача контролирующая у депутатов, функция, да, одна из базовых, контролировать чиновников и городской совет. И поэтому, конечно же, мы высказываем там свои позиции, это нормально. И именно об этом он говорит, он не говорит о том, что мы там ходим, не ходим. Вопрос в том, чтобы мы просто тихо сидели, ничего не говорили. И типа, давайте, решайте все в комиссиях. Я и в комиссиях задаю вопросы. У меня, я и комиссии практически все посещаю. Да, иногда тоже могу не быть, как и все депутаты. Но поверьте, еще раз скажу, там, статистика посещения, она более чем адекватна. К минимуму у меня так точно, я за нее вообще не волнуюсь. Да? Вот. И еще раз скажу, я думаю, что Борис Филатов пропустил больше сессий, чем я. Мне такая кажется, я практически в этом уверен за всю каденцию. Да? Поэтому, ну, это просто манипуляция и передергивание, чтобы чем-то, ну, надо что-то сказать, вот и говорят. Виходячи з усього вище сказаного, чи можна говорити, що ви особисто і ваша політична сила знаходиться у жорсткій опозиції до діючого міського голови? Смотрите, ну на даному етапі це точно так. До нинішнього міського голови я можу бути, по крайней мере, можу сказати за себе, да, що ця позиція не поміняється. Тобто я не буду, як некоторі політичні сили, знаєте, вони були вначале в опозиції, потом как-то пристроились, там, у них как-то договорились, а теперь они как бы синхронно голосуют, и, кажется, и бело-голубые, и демократические. Вы помните, что у нас было в 2015 году, да, половина, 32, половина совета была условно под Вилкулом, половина под Филатовым, ну, условно, да, такая коалиция, да, и это было очень жесткое противостояние, да, там, и там Загид как раз снова там участвовал в противостоянии и так далее. Сейчас, ну, и самопомощь, будем говорить. Да. Ну, не, я имею в виду, в смысле, да, на стороне, имеется в виду, оппозиции, да, типа вот к Борису Филатову мы изначально заняли позицию быть с демократическими силами, с УКРОПом, с БПП, да, и поддерживать, ну, мэра, который был избран, ну, не быть с оппозиционным блоком или там с громадской силой, да, вот, и поэтому то, о чем я говорю, у меня достаточно последовательная позиция, я делал какие-то реформы, программы реализовал, которые я считал необходимы для города в той возможности, в которой у меня бы были в рамках моего там депутатства, опять-таки, моей, считаю, волонтерской деятельности. Сейчас мы перешли в оппозицию, и мы не будем прыгать, что там послезавтра нам какой-то пряник дадут, и мы такие, ну, я, да. И я такой, ну, и теперь я опять в большинстве, да. Вот как бы все будет очень последовательно. Зараз дуже багато говорять, в тому числі Борис Філатов говорив про можливість дострокових місцевих виборів і міського голови в тому числі. Чи підтримуєте ви таку ініціативу? Я не то, що підтримую, сьогодні на сесії я пропонував проголосувати нашим городським советам
решение о том, чтобы мы обратились к Верховной Раде с просьбой о распуске нашего совета. Если Борис Филатов так хочет досрочных выборов, не надо призывать к Зеленскому, писать ему там какие-то письма. Есть абсолютно нормальные методы. Городской совет обращается к своим старшим коллегам в Верховной Раде, которые и имеют право распускать, Верховная Рада имеет право распустить совет, обращается с просьбой о распуске, есть там ряд законных оснований, не будем сейчас туда там глубоко влазить, и уже в Верховный Совет, профильный комитет новый, который соберется да, там в конце августа, может это рассмотреть и вынести на сессию в сентябре, 90 дней, пожалуйста, осенью проводим выбор. Либо Борис Филатов может написать заявление об отставке, если он хочет, действительно собирается перезагрузить, опять-таки, это является условием, да, опять-таки, для того, чтобы Верховная Рада проголосовала его заявление об отставке, о досрочных выборах. То есть, смотрите, не надо, и то, что я предложил, все было затроллено, заговорено Борисом Альбертовичем. Я раз этот вопрос поднял, потом еще несколько раз про это говорил на сессии. Борис Филатов на это не реагировал. Что это о том, что он не хочет вести местных выборов. Он их боится, очевидно, потому что он их проиграет этой осенью. И поэтому вот эти вот просто играют какие-то политические игры, обращения, еще что-то, еще как-то. Я абсолютно это поддерживаю, считаю, что осенью нужно перезагрузить местные органы власти и в нашем городе, само собой. Но они, очевидно, не так же само морально, исторически и как угодно устарели, как и органы власти в стране в целом, президентская вертикаль, Кабмин, парламент. Мы видим, какие у нас серьезные, фундаментальные сейчас изменения происходят, которые, я уверен, ну, это такая тихая революция, которая, я надеюсь, уже у нас там третья или четвертая, смотря как считать, в стране, но она, слава богу, бескровная и тихая, я надеюсь, что она как раз и будет успешна, потому что самая успешная революция, она идет институциональными путями, все-таки не на улицах, зачастую, как показывает история, да, приходят какие-то адекватные новые правительства, либо еще, да, они приходят зачастую как раз через выборы. Я надеюсь, що от у нас зараз відбувається ровно те ж саме. Отак от. Але виходячи з того, що ми маємо на дострокових парламентських виборах, у вашої політичної сили, скажімо так, не дуже втішні результати. Це факт. Так, це факт. Це 0,6%, якщо десь так, да. Так, власне, ви не хвилюєтесь за своє особисте політичне майбутнє, оскільки якщо дострокові вибори, це 2 місяці, знову ж таки. І навряд чи ви зможете подолати той бар'єр, який буде встановлений у ході цих виборів. Питання, чи не хвилюєтесь за своє політичне майбутнє? Смотрите, я не волнуюсь за політичне своє будущее, я волнуюсь за город, в котором я живу, из которого я не хочу уезжать, в котором я хочу развиваться и хочу, чтобы наш город процветал, а не был уже, как многие говорят, не то, что там не вторым, он уже и не четвертый, и не пятый. И в Одессе лучше, и в Харькове лучше, и во Львове, и в Киеве, по всем показателям, там уровня жизни и так далее, многие западные города, и Винница опережает, там, и Ивано-Франковск, и так далее. Я не хочу жить в таком городе, в котором она сейчас есть. Да? И, к сожалению, за 4 года там, управления Борисом Альбертовичем вначале были какие-то реформы, еще была какая-то инерция, сейчас это все настолько закостенело и превратилось, ну, в действительности, я думаю, в достаточно прискорбную картину. Поэтому я считаю, что это в первую очередь надо. А что там будет со мной? Получится избраться, не получится избраться. В действительности я вообще за это не держусь, я не был депутатом как бы, еще 4 года назад, у меня там нет 10 созывов, я еще достаточно молодой человек, у меня есть там свои увлечения, у меня есть свой бизнес, так что если я буду полезен городу, не только в качестве депутата, я могу быть в исполнительных органах власти, это не есть проблема, если я буду городу полезен и команде, которая придет, то будем работать, если нет, ну, значит, нет, ничего страшного. Главное, что ну, прошли эти фундаментальные изменения, чтобы нам всем было лучше жить. Ну, типа, это же не есть как бы, какая-то самоцель, там, быть постоянно депутатом. Кстати, это очень тяжелая история. Это депутатство и моральный, и как угодно, это такой непростой крест. Но если ты там не занимаешься лоббированием своих бизнес-интересов, если ты там не сидишь, не зарабатываешь на откатах, да, ну, к сожалению, у нас
к сожалению, ну там 90% людей и именно занимаются этим, я даже не только про наш сет, а в целом, да, вот по Украине. Поэтому это не так просто, как кажется, поэтому было бы классно, если бы не надо было ни с чем с этим бороться, ни внутри там, ни быть ни внутренней оппозиции, ни внешней, а чтобы у нас все работало, как в европейских странах. Я думаю, мы к этому придем, и надеюсь, ну, достаточно быстро уже. Вот. Так, давайте поговоримо безпосередньо про ті рішення, які сьогодні були прийняті на сесії. Зокрема, було прийнято два рішення – взяти у двох банків кредити на загальну суму 600 мільйонів гривень під досить великий відсоток, це до 19,5% на реалізацію інфраструктурних проєктів. Абсолютна більшість проголосувала за, ви виступали різко проти. У чому там суть? Ну, смотрите, ми всі наберемо 600 мільйонів гривень, практично по 20%. Причому наш мер не знає, що ми беремо по 20%, тому що коли я йому сказав, що ми переплатимо 120 мільйонів, опять-таки мене там обстебали, посміялися, сказали займатися арифметикою, Борис Альбертович. Ну, тут как бы арифметика і бюджетом міста треба займатися йому, тому що він навіть не знає елементарних фінансових документів, які приймає міський совет, якими він підписується, к сожалению. Що ще раз говорить про некомпетентність даного чоловіка. Ну, я зараз о чому? Почему я был против этих кредитов? Потому что, смотрите, на этой же сессии, да, чтобы вы понимали, у нас больше 100 миллионов гривень, к примеру, заливается в коммунальные предприятия жилсервисы 2 Самарского района. Это те коммунальные, это так называемые ЖЭКи, которые сейчас стали типа управляющими компаниями. По факту это те же коммунальные предприятия, которые управляют домами не ОСМД и не ЖСК, которых у нас в городе подавляющее большинство. То есть просто ЖЭКовские дома. Там и так был увеличен тариф в прошлом году, или там уже в позапрошлом, да, не помню. Да, наверное, уже в позапрошлом. До 6,80. То есть достаточно высокий тариф, который так тяжело людям тянуть, и мы туда еще вливаем деньги там, на этой же сессии 100 миллионов. Но эти предприятия должны быть прибыльными. Это вообще бизнес. Ну, как бы, то есть ты берешь дом, ты, плюс ты поднял существенно тариф, потому что это был, по-моему, 1,50 гривен, что до 2 гривен у нас был в городе, поднял тариф там. Это на что тариф? Это за квадратный метр, ну, на жилье. То есть, ну, как бы это бизнес. Ты управляешь, как бы, да, у тебя есть там 6,80, они как-то распределяются. Почему мы еще должны вливать? А если бы у нас были частные? Ну, то есть вообще по закону, да, это открытый конкурс, в котором принимает участие любая бизнес-компания, которая хочет управлять домами, да? И она выигрывает в конкурсе, представляет там какие-то лучшие условия и, соответственно, берет в управление. То есть мы хотим сказать, что это убыточная получается история или как? То есть и более того, когда поднимался тариф, ну все, в этом тарифе заложено все, и ремонты, и там уборки, и вот все есть, потому он и поднялся там так существенно до 7 гривен. Вообще, что ничего там нет, и мы продолжаем вкидывать. Поэтому я против, потому что брать кредиты в целом, да, типа, это не есть какая-то там мега проблема. Ну, мы все иногда берем кредиты на что-то, что очень необходимо или быстро нужно, или что-то. Это нормальный рыночный механизм для любого предприятия. Вопрос в том, что если мы абсолютно неправильно свои ресурсы, которые у нас есть, 15 миллиардов в бюджет города, мы их распределяем, и мы берем на, ну, как бы на фундаментальные проекты, типа вот стройка на Короленко, да, реконструкция Баррикадной и другие. Аквапарк, набережная. Да, да, набережная. То есть, а до этого, если вы помните, мы же и на мост брали кредит, тоже брали кредит. То есть мы на все фундаментальные инфраструктурные проекты, которые как раз город должен делать, мы на них на все берем кредиты. У меня вопрос, на что мы дотратим? На вот эти вот КП, на вот эти ЖЭКи, которые, как бы, извините, получают огромные деньги и должны быть вообще прибыльными и наоборот, как бы, зарабатывать, а не мы должны в них вливать. А еще мы добавляем несколько миллионов на Минский автопарк. Минский автопарк – это КП, который занимается парковками. То есть все, кто ездит, знают, да, как бы, что у нас там сейчас, особенно в городе, стало очень много парковок, все места не для парковок, там или столбиками забиты, или инспекция ходит. Так, подождите, это тоже бизнес. А мы, опять-таки, мы практически на каждой сессии добавляем какие-то 2, 3, 4, 5 миллионов, 7, 8. Что это такое? Ну, это опять-таки бизнес-история. Оплатят граждане на парковке,
ну, прямо, потом косвенно мы платим через бюджет. Я не понимаю, что это такое. И поэтому, ну конечно, я против брать, потому что это абсолютно бесхозяйственная позиция. То есть, да, мы берем кредиты, потому что нам типа надо, но вопрос в том, что надо более качественно управлять бюджетом города. Но если мэр даже не знает, что мы берем по 20% кредит, то понятно, что о каком управлении мы можем говорить. Но это некомпетентность, поэтому тут у меня как бы вопросов нет. Вот, таке питання. Сьогодні Борис Філатов з голосу озвучив таку пропозицію, щоб місцевим громадам передали право ліцензування грального бізнесу. Він об этом говорив в понедельник, да, коли так, на своєму брифінгі. Так, ваше ставлення до цього. Слушайте, ну, в воюючій країні, в нашій, в Україні, я вважаю, що процеси серьезной децентрализации, то, о чем говорит наш мэр, это там народная полиция, это там мировые суды, это там эконалог и все остальное, это на данном этапе невозможно, потому что, ну, в смысле, не должно быть, потому что это не децентрализация, это дезинтеграция и федерализация, по большому счету, государства. То, против чего как раз мы все выступали, многие, да, потому что это как раз то, что рассказывалось, то, как раз, что привело нас к войне, да, потому что у нас местные князьки, царьки, феодалы, которые имеют все, полный пакет. Ну, представьте, у нас будет в каждом городе, у каждого своя полиция, суды, эконалог. А что такое эконалог? Эконалог – это же налог на все большие заводы и предприятия, по большому счету, которые выкидывают. Они очень многие не модернизированы, ну и там мало модернизированы, плохо модернизированы. И поэтому это рычаг давления. Конечно, этим надо пользоваться, но вопрос в том, что будут ли это делать местные феодалы и царьки, ну, конечно, не будут. Они будут делать то же самое, что они делают с другими своими функциями, использовать в своих целях, да. Либо давать каким-то своим компаниям, кого-то закрывать и так далее. Поэтому по поводу игрального бизнеса аналогичная история, да. Слушайте, это государственная политика, должен быть игральный бизнес, не должен быть, в каких местах он должен быть. А, ну, понятно, желание выдавать лицензии, но, ну, конечно, это сверхприбыльный бизнес. И Борис Фатов сам сказал, что, ну, в Киеве, как он сказал, там стригут, да, за это деньги. Ну, видимо, хочется, чтобы теперь стригли в Днепре. Вот, я думаю, что только так это все понятно. Ну, поэтому, не, я против этого категорически, потому что, еще раз скажу, все эти предложения, они, ну, это, они очень опасны, да, потому что в любой момент, ну, мы можем, знаете, там, отделиться, как и, простите, Донецк и Луган. Мы, не мы, кто? Харьков, Одесса, любой приграничный регион. Придет какой-то, ну, неадекватный управитель или даже адекватный, но со своими какими-то интересами, да, его попытается там за что-то прижучить центральная власть, он скажет, это все, мы отделяемся, по периметру поставил как бы полицию, суды и все остальное. Ну, как бы, возможно, кому-то кажется этот сценарий какой-то апокалиптический и даже бредовый, но я могу сказать, что мы по Донецку и Луганску тоже никто никогда не мог поверить, что у нас такое может произойти. Оно, к сожалению, произошло. Поэтому у нас нет. Пока нет. Вот когда у нас наладится там северным соседом, у нас будет, как в Европе, все дружелюбные соседи, у нас не будет какого-то геополитического жесткого влияния на то, чтобы оттяпать наши территории. Ну, кстати, на Западе же такая же история, да, там Буковина, Румыния, Польша, mm-hmm. у всех есть там какие-то свои, да, у всех есть какие-то свои там небольшие имперские интересы. То, да, то как бы, когда, если у нас этого не будет, тогда, конечно, можно про это говорить, когда у нас будет работать закон. Потому что, ну, когда не работает закон, а всем управляют просто местные царьки, ну, это такой же царьки, как и наверху президент, просто это большой царь, а там мелкий феодал. Тобто ви вважаєте, що це не заклики до децентралізації, а заклики до федералізації? Я уверен, это дезинтеграционные процессы, это не децентрализация, ну, конечно, можно спорить про дефиниции, но в моем понимании это конкретно федерализация, дезинтеграция, это не есть децентрализация в понимании хорошем этого слова, и для нашего государства в нынешних условиях, в которых мы находимся, это пагубная абсолютная история. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Да. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з депутатом Дніпровської міської ради Олександром Купрієнко. На все добре.